Сотрудники полиции провели проверку в районе Южно-Сахалинского СНТ «Радужная» и прилегающем лесном массиве. Его жители жаловались на нашествие искателей тайников закладок с наркотическими средствами. По словам горожан, ажиотаж начался с майских праздников. В изучении местности в районе СНТ приняли участие сотрудники УКОН, угрозыска, участковый и кинолог с собакой. Полицейскими в результате обследования территории СНТ и прилегающего лесного массива фактов культивирования наркосодержащих растений и тайников закладок не выявлено. В полиции напомнили, что для приема информации о фактах распространения, перевозки и хранения наркотиков работают анонимные телефоны доверия. Номера, по которым можно оставить профильные сообщения, указаны на экране.